боится. Боятся, что за ним. Убегает, боится же. Да смотрите, вот а за решетка снимает, смотрите. Издевается, нас снимает. Я тебя тоже снимаю. Я говорю, смеется, говорит, тот, кто смеется последний. Ты думаешь, ты сюда не попадешь когда-нибудь? Рано или поздно вас таких тоже не бывает. Лошадь на четырех ногах спотыкается, человек на двух ногах ходит. Когда мы приехали, уже там войска были. Потом вывели одну группу войск и все. И опять-таки никакой информации. Люди, дети, люди стоят вообще, братья наши, отцы наши. Стоят 10 часов уже стоят на плацу. То есть они все это время на плацу стоят? Они все время. Можно, если бы нам дали сейчас залезть, меня оттуда чуть не арестовали. Сейчас нет, здесь происходит, могу. Ну, как бы якобы нам сказали то, что все нормально, они сейчас типа на пласту стоят, над ними ни приседания, ничего. А мы спросили, почему вот эти приседания. Он говорит, якобы типа в анальном типа отверстии могут быть там острые предметы, якобы если он там присядет, ляжет там и нагнется, как бы вот так вот, да, и якобы это все вывалится, что у него есть. Но это все ерунда. Просто над ними идет большое издевательство. Мы просим, чтобы вышли и объяснили ситуацию вообще. Когда этом, подняли, да, мы это уже вот шум начали поднимать, тогда только вышли. Да, да, тогда только вышла администрация и начала давать какие-то объяснения и то. Что они вам объяснили? Да. Ну, объясняли то, что это планово.